Марлуша! Темно будет, да? Степа, сейчас с города позвонили. Всем поклон, братья. Ну, вы как бы разговариваете, в камеру не надо смотреть. О чем же говорить? О чем? О том, что Спаситель родился. Вот они попались. Кормилицы. Да. Да там немножко. Ну все равно тут это. Здесь хватит места ходить. Там и не ходишь. Если не хватит аккумулятора, я тут заберу. Так уж проверить еще. Так, ну теперь усаживайтесь, чтобы посмотреть, кому еще куда сесть.
Ну еще кто-нибудь? Ты лицом куда будешь стоять? Я буду вон там в углу стоять. Где именно? Ну а как? Сейчас мы начинаем. Когда придут две няни? Бабушка с дедушкой. Сегодня. Да я что знаю, ну сейчас должны подойти. Вон идет. Так, ну тогда... Как-то да, открой. Ну, Василиса, давай где? Она может, знаешь, когда она приезжает. Ну-ка, ты мне включи, как включи. Стефан, Степа, Анфиса, Степа, давай сюда, что он такой? Все уже, сцена. Степаша, садись на лавочку. Все, уже начинается. А, я думаю, вы одеваться будете. Давайте все ходим в фартук снимать. Все прошли. Вы туда все, прячьте. Извините, я чувствую. А, смотри, кто-нибудь прятался, я не виноват, я без тебя. Все, память. Ну тогда сейчас между нами сядешь. Давай, пройдем. Я здесь, хорошо, я живу. Пойдем здесь поближе. Давайте еще одну поставим. А то сейчас вдруг... Чего? Ничего не поделаешь, а людям где сидеть? Как ходить? Да вот поближе вот этих малышей сюда. Только туда задвинь, чтобы не проходили. Да вот стол поставь. Туда. Держите за стол. Так хотя бы, да. Нету ближе. А сейчас... Ребятишки вперед маленькие все, а взрослые в нас зады. Еще можно куда-нибудь. Вон тут угол. Тихо. Ося сюда вперед. Сейчас взрослые придут, здесь сесть некуда будет. Пришел Анатолий Кузьмич? Надо нам. Угу. Еще есть, да, где-то? Есть, есть, есть. Проходите все. Ты вон туда схожи. Иди сюда. А он этого, Анатолия Кузьмича, туда посадить. Папа, где он? Он еще. Сейчас все усядутся, и мы начнем. О, Маргуша, давай. Чик-чик-чик. Сумку пока наверх отдали, на подоконник положи. Что, не получается? Не получается. Все? Все? Больше никого не будет? Ой, Настя, ну он тяжелый. Настя, он же тяжелый. Пусть там сидит. И мы все равно стих рассказываем. Начинаем наш рождественский концерт. Поздравляем всех с Рождеством Христовым. И начинаем наш концерт не с песен, как обычно, а со сценки, которая называется «Башмаки». Ранним рождественским утром на заснеженной улице маленького поселка появились башмаки.
Откуда они взялись, никто не знал. Поэтому жители, как воспитанные граждане, культурно обходили мимо и делали вид, что не замечают нежданных гостей. Хотя чего греха таить, некоторым так и хотелось пнуть ногой эти странные башмаки, чтобы не мешались на дороге. И только рассеянная Василиса, засмотревшись в небо, не заметила стоящую на пути преграду. «Ой, что это? Одинокие башмаки! А где же хозяин? Как раз такого бы мне не хватало, но я же христианка, воровать нехорошо. А может, он мне подарит к небу, к Рождеству? Возьму домой, а там разберемся». Василиса забирает башмаки и уходит, а теперь мы вернемся на 2 недели назад. Действие происходит 2 недели назад в школе. Скоро Рождество, уже готовит праздничный концерт. Веня, давай ты выучишь это стихотворение. Нет, я в прошлом году рассказывал снова эти стихи. Каждый год одно и то же. Это уже так надоело людям. Василиса, давай ты поучаствуешь в рождественском спектакле. Или Антоний нашла интересную поучительную сценку. Нет, я и так каждый год участвую. Хватит. А давайте я вместо Василисы поучаствую в сценке. А еще я могу выучить стихотворение. Я ведь так люблю Иисуса. Все мы любим Иисуса. Думаешь, что говоришь, святая нашла. Те же 2 недели назад, но у Василисы дома. Мам, а почему это ей говорят, что Мессия еще не пришел? Не знаю, Василиса, спроси у папы, он Лешу сможет объяснить. Опа. Мам, Антиск опять просил помочь с английским, но никак он ей не поддается. А ты что? А я не помогла, а то привыкнет еще, как контрольная, а тут как тут. Пусть сама выкручивается. Ну а как в Библии написано, просящему тебя дай, Матфея 5:42. Ну ведь я же к ней в репетитора не нанималась. И вообще, как ты думаешь, на это смотрит Иисус? Я, дочка, всегда думаю, как Иисус на нас смотрит. Смотрит и думает, стоило ли ему вообще приходить на эту землю. Если действительно люди достойны его пришествия. Вот бы хоть одним глазком заглянуть в духовный мир и посмотреть, как Иисус радуется. Почему радуется? Глядя на меня, я ведь христианка с детства, на клиросе пою, в воскресную школу хожу, каждый пост исповедуюсь и причащаюсь. А если наоборот? Что значит наоборот? А если все наоборот? Мы теперь снова возвращаемся в рождественское утро, когда Василиса нашла башмаки. Есть кто дома? Некому похвастаться находкой. Откуда же Василиса? О, записка от мамы. Василиса, помой посуду и не забудь сегодня прочесть хотя бы главу из Библии. Твоя мама. Все, как всегда, разберу сначала башмаками. Говорите громче, не торопитесь. Что это? Где? Ты в своем сердце. Почему здесь темно? Почему холодно? Тебе виднее, почему тут темно и холодно. А кто это говорит? Это я, твоя совесть. Совесть? Где ты? Здесь. Хочу сообщить, что читать Библию свою не хочу. И мыть посуду тоже. Ну вот уж выбирать из двух зол. Тут лучше всего помыть посуду. Быстрее как-то. Как я здесь оказалась? Башмаки это, все башмаки. Одеваешь их и оказываешься здесь, в своем сердце. Ничего не понимаю. Да тут понимать. Ты же сама хотела вернуться в духовный мир. А духовный мир человека зависит от его сердца, мысли, от меня совести. Пожалуйста, наслаждайся. Нет, я не хочу больше смотреть. Что это было? Я дома. И что за странные башмаки? А чего ты испугалась? Своего собственного сердца? Но ведь я совсем другим представляла свое сердце. Нужно во всем разобраться. Так. Я знал, что ты вернешься. Слушай внимательно. Сердце твое огромное, как мир. Здесь для всего есть место. Для всего, что дорог для тебя. Для меня дорог Иисус. Где он? Если дорог, а значит здесь. Ну как мне найти его? Найти? Если он дорог для тебя, то повсюду было бы.
Попробуй сказать, подруга, не все тут в твоей жизни, как ты считаешь. Вот, смотри, смотри, сколько дверей ты настроила. Я и сам могу не заблудиться, а Иисус где, не знаю. Разбирайся сама. А где же? Может, Иисус за дверью друзья? Он ведь мой друг. Кто вы? Мы твои друзья. Что? У меня ведь так много друзей и в церкви, и среди молодежи. Друг – это тот, за кого ты жизнь свою можешь отдать, а таких мы у тебя не нашли. Поэтому остались твоими друзьями только мы, эгоист и самовлюбленность. Принимай. А Анфиска где? Я считала ее подругой. Нет, это она считала ее подругой. Ты ведь не пожелала ей помочь с английским, чтобы не привыкла. А школу свою дважды пожалеешь для нее. А друг любить должно во всякое время, как брат прийти во время несчастья. Ну не расстраивайся, мы ж тебя точно не бросим. Мы твои самые верные друзья. Эгоизм и самовлюбленность. Мне не нужны такие друзья, убирайтесь отсюда. Нет, нас здесь хорошо. Мне нужна другая дверь, скорее. Молитва. Как здесь тихо, может здесь наконец встречу Иисуса? Что это? Молитвенные нужды? Помоги в учебе, исцели бабушку, дай хлеб насущный. Да это же все мои молитвы. Одни просьбы, а это прославление Бога. Пустые листы? Этого не может быть. Я каждое воскресенье пела псалмы. Почему в сердце пусто? Возможно, в комнате служения я наконец встречу Иисуса. Мы ведь все молодежи готовимся к праздничному концерту. Он не мог этого не слышать. Так, ну видишь? Иисус здесь? Тишина. Куда же все подевались? А вспомни, как ты и еще один брат оказались в части рождественского спектакля, когда с тобой надоело одно и то же. Что же мы наделали? Как теперь пройдет концерт? Кто будет участвовать в сценке, рассказывать стихи? Не знаю. Думаю, найдутся добровольцы. Что-то не то. Все не то. Я хочу найти Христа. Там, где должен быть Христос, стало холодно от слез. Богу я не стала ближе, а в духовном мире вижу, как рассеялся туман. И вокруг меня обман. Страшен для меня итог. Жизнь для Бога. Но где Бог? Семья. Мои родители искренние и верующие люди. С ними уж точно должен быть Иисус. Мамочка, папочка, как я вас люблю. Мы тоже любим тебя, дочка. Но почему ты снова не послушала нас? Ты имеешь в виду невымытую посуду? Эх, мама, это все так не важно. Нет, Василиса, очень важно. Просьба родителей показывает, что мы для тебя значим. Вчера я так нуждалась в твоей помощи. Почитать родителей гораздо важнее, чем просто помыть посуду. Конечно, мама. Тогда я сейчас знаю, что делать. Ты ведь не напомнишь все об одной твоей важной просьбе. Эх, читать Библию сердцем так сложно. Кто вы? Мы волнуем мысли. А что ты хотела? Чтобы мы стояли в стороне и наблюдали, как люди открывают Библию и получают откровение? Ну уж нет, не бывает тому. Мы тут как тут трудимся, не покладая рук. Вот стоп! Вот что ты сейчас прочитала? Что-нибудь запомнила? Надолго ли? Господь Иисус, я бешу мое грешное сердце, зову тебя, ищу тебя, но нигде не нахожу. Ты нужен мне, Иисус. Я не Иисус, я голос, говорящий с неба. Христианин, ты осуждаешь тех, кто убил Христа на Голгофе, а ты не убил Христа в своем сердце. Советую тебе, христианин, пока есть время, посмотри, хорошо посмотри, живет ли Иисус в твоем сердце. Стой, сердце. Как ослепительно светло, даже слезы в глазах, и больше не холодно. Да, давненько я не видел такой чистоты. Это ты, моя совесть, я рада видеть тебя. Произошло что-то очень необычное. Ты позвала Иисуса, потому что он стал нужен тебе. Я хочу, чтобы он всегда жил в моем сердце. Зачем?
Может, тебе снова нужна его помощь, и ты хочешь дать ему еще один приказ? Нет, мне так хорошо, когда Иисус в моем сердце. Мне ничего больше не нужно. Где он? А где он? Я тут. Почему он такой маленький? Он только что родился. Ты будешь вырастать духовно, ты будешь расти, и он в твоем сердце. Рождество Иисуса Христа в сердце Василисы было так. Все Василиса, обручившись с праведностью и нелицемерной верой, очистила сердце свое и пошла в Вифлеем, чтобы, когда будет перепись в книге жизни, ее имя оказалось вписанным там, и звезда с неба освещала ей путь в небеса. Можно получше открыть, чтобы вас поговорили. Прям до конца все закрыли. Шел к нам на
там вас ждем, добротою, любовью, теплом. И с восторгом воскликнут уста, слава пришли к Иисусу хвала. В эту ночь нам родился Христос, Божий Сын свет на землю принес. Топит дымки у наших сердцах, зажигает надежду в глазах. В эту ночь нам родился Христос, Божий Сын свет на землю принес. Топит дымки у наших сердцах, зажигает надежду в глазах. Пришли волхвы и пастухи, перед царем царей склониться, к тем вещей благого не может сердце наше биться. И мудрость вместе простотой, кислям с молитвой припали, ведь них младенец, Бог живой, которого мы все так ждали. Он к нам пришел, себя отдав, своим ногам предался в руки, чтобы за всех нас пострадав, избавить род людской от муки. Пришел на деле доказать, любовь к своим больным созданиям, дорогу свету показать и утвердить все мироздание. Пришел начало и конец, пришел для первых и последних, очистить грязь всех сердец и от цепей избавить древних. И мудрость вместе с простотой, спасителей с мольбой припали, ведь них младенец, хоть вечно славен Бог живой, которого мы все так ждали. Благоволение, мир и слава, как медный колокол слова, плывут над миром величаво, величая праздника слова. Сердца, не знавшие покоя, взамен уныния и тревог, нам примирение святое дарует ныне вечный Бог. На землю мир небесный ныне, как многоводная река, обильно льется в Божьем Сыне и милость Бога на века. Предвестное благоговение к погибшим душам таково, пришло исполниться спасение через живое Рождество. Христос исполнил Божью волю, святой воспринял нашу плоть. В душе страдания, сердце боли, изведал любящий Господь. Благоволение в человеке, спасение верно до конца, сам Бог предусмотрел от века, вселяясь верою в сердца. Ликует небо, слава вышних, во всей вселенной торжество, Сын Божий на служение вышел, рождение — первый шаг Его. Тихо, шепчут падая снежинки ночи, мы дождемся серединки праздник, перезвоном бьют колокола. Пора. На золотых куполах белый снег разольется, тая от солнца, а может, от веры людей. На Рождество, если хочешь, и сказка проснется, и новогодняя ночь будет солнце светлей. Мы веселимся, как умеем, только стать бы чуточку добрее. Полночь, нужно главное сказать слова. Скажем, чтоб удача не минула друга, чтоб беда не затянула время, все прощать и пожелать добра. На золотых куполах белый снег разольется, тая от солнца, а может, от веры людей. На Рождество, если хочешь, и сказка проснется, и новогодняя ночь будет солнце светлей. Хочешь, и сказка проснется, и новогодняя ночь будет солнце светлей.
Светлый праздник Рождества, есть счастливее торжество. Вот рождение Христа на земле для звезда. С той поры столетия нам он, как солнце светит, согревает веру и душу, да и все крашу лучше. Дарит искры нам добра, нет счастливее торжества. И выходит в каждый дом, поздравляет с Рождеством. Гром в этот день. Сердце. В этот гром. День. В этот день мы говорим о рождении Христа. В этот день мертвять не могут наши детские уста. Сердца желают славить. Сердца желают шрамы и смыкая не на миг. Прославляйте. Прославляйте Бога с нами. Не молчите, Он велик. Варюша, пусть стоит. Варюша, вставай. Стишок рассказывай, стишок. В сердцах оставит лед, и без препятствий на любовь в другом Христа найдет.
Мечтая в ночь под Рождество, пройдет гора обидь, и каждое сердцем во Христе обидчиков простит. Мечтая в ночь под Рождество, любовь коснется нас, мы дадим другим пример, светильник не угас. Мечтая в ночь под Рождество, мечта неспроста, и коли в сердце жив Господь, исполнится мечта. Перевод. Благословляющие руки я ощущаю на челе, и запах ладана, и ели, свечей живые огоньки, и страх, что невесомость тели от прикоснувшейся руки.
Я с этим чудом в мир вступаю, надолго хватит и на всех. Блестит на звездах ночь святая, и блестки сыпятся нас с небес. Песни о Христе не все пропеты, это не последний стих. И его лучистый завет не угаснет среди сынов людских. Он как мы ходил под небом звездным и с людьми беседовал не раз. Он и ныне людей и взрослых понимает нас. В этот праздник снова мы отметим, в мире был спаситель наш и друг. Чтобы счастье взрослым дать и детям, от греха спасти и вечных мук. Те, кто еще мало жил на свете, также те, кто прожил много дней. Пойте, братья, сестры, пойте, дети, это праздник взрослых и детей. Человек собирает свою команду, там написано фамилия. Придумываете название, и сейчас буду выбирать жюри. Так, Савченко. Как-то покучнее команду собираете, садитесь вместе. Я вам сейчас дам ручки-карандаши. Теперь прошу в жюри Анатолия Кузьмича, Владимира Александровича. Батюшка. Батюшка, будете в жюри? Нет, не будете? Ну... Бабу Серафиму. Собирайте команду, поставьте как-то лапки поудобнее, чтобы было вам удобно сидеть друг с другом. Можно лапки переставить. Я вам дам карандаши и ручки. Ну, собирайте. Давайте. И название команды. Так, ты не наш уходи. Кира, иди сюда. Можно как-то вперед лапки поставить, чтобы удобно было сидеть вам.
Игорь наш. Я куда? Так, Анатолий Кузьмич, Владимир Александрович, вы как-то сядьте куда-нибудь отдельно. Вот сюда, что ли, в печке. Я вам дам. Так что, название, да, придумывать? Да, сейчас собираете команду и придумывайте название. Можно капитана еще выбрать? Название. Василиса. Куда? Команды. Звезда. Звезда. Капитан. Дайте нам, пожалуйста, стульчики, чтобы посадить жюри. Кстати, все тело твои тоже, но поддержку. Все распределились? Вы хорошо распределили? Вам удобно, потому что потом там разные должны вместе будет работать, а не так туда один. Как-то попучнее вы должны сидеть. Теперь даю карандаш. Еще приписали. Так, там Я карандаш тоже Устина Флотчик. Как нам его делить? Какой? А где его? У нас Устина Флотчик. А у него свой. Подожди, дай себе. Первое задание. Внимание. Слово «Рождество». Напишите и составить как можно больше слов из букв этого слова. Рождество. Ну все вместе растут. Вопрос. Как можно больше слов из этого слова. Значит, сейчас они... А, подождите, стоп. Вы нам сначала название команд скажите, чтобы мы записали сюда. Как будете называться? Звезда. Значит, пишем первое. Вот здесь. Да. Так, рождение, родина. Лена, а можно водичку? Если я дам букву, но только я использую. Давайте не будем использовать. Просто есть и все составим. Дополнительно. А, меняют всяко разное. Дополнительную букву брать. Одна, допустим, Т. Можно первую? Нет, одна, если только одна. Вот сколько букв есть, только их можете использовать. Зови. Да. Это Маша. Леша, ясный. Ясный, да? Просто ясный. Пастухи. А Маша? Да нет, это... они же рядом идут. Может, вас к печке посадить? Ну, уходите, тогда выходите. Чтобы им поудобнее сесть было, чтобы там так сразу сдвинуться было. Тесто, повторяю, что нельзя, да? Тесто, повторяю, что нельзя. Его. Ну, у нас будет сорян. Детство. Детство. Нет, просто.
Так, ну давайте мы время, наверное, засечем, чтобы недолго сидеть. Еще минуты две вам даем. Сос можно? Нос. Суд. Считаю и останавливаемся. Раз, два, три. Так, значит, ну по очереди первое написали мы звезда. Называем свои слова. Они надо черные. Ну там нет, мы не будем черные. По количеству сколько? У нас 14 слов. Называем. Прочитайте. Род, рост, сорт, сор, вор, ров, жор. Тест, вес, сев, родство, сот, рев, двор. Сот это как? Сот. Ну соты. Соты, а сот это? Один сот. Сот, а? Сот. Но одна часть. Ячейка соты. Сота. 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 Она. А он? А если он в мужском роде сот? Нет такого сота. Ладно, у нас будет. Да, следующее ясный. Орел, буквы ежи нет. Команда ясный, да? Ясный. Сколько у вас? У нас 15, но мы вместе. Надо вычеркивать один наш. У нас тоже сот будет. Не надо вычеркивать. Не надо. Давайте. Род, родство, тор. Вор, тост, тест, жест, сот, а нет, сорт, 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 сот, потом вес, тес, жор, рост и стон. Ее вы использовали? Да. А мы не использовали? Они не использовали. Вычеркиваем. Ну, это кроссвордами заниматься должны знать это все. Так, значит, у них 13, у этих 14. Нет, пишите, сколько. Ну, если сота, то 14, сота, то 15. Да, вот, Сашенька, у них 13, этих 14. Так, следующие пастухи. У вас сколько? Встань. 13. Встань, встань. Род, жест, родство, вор, ров, род, рост. Сто, сорт, жор, сев, остров, да? Остров. 13, да, получилось? Да. У вас? У нас 12. Остров. А остров сколько? Подходят по одной букве или взяли две? Нет, одно. Подходит? Да. Остров. Рождество, два остров. Остров. Ну, читайте. Ведро получилось у вас. Сколько? 12 таких. Так, следующий конкурс нужны от команды, ну, примерно небольшие дети. Ну так вот. Ну да, вот типа Лазарь пускай. Так. Лазарь, Гедеон. Василиса, давай. Давай. Веня, тогда пошли. Веня, ты уже старший. Василиса, давай ты. Она мечает, я буду с меньшим. Значит, мы выстраиваемся вот сюда, вот в одну линию. Сюда. Ну, выстраиваемся вот сюда, в одну линию, все вместе.
Ваша сейчас задача. Я вам положу на голову книгу. Вы должны, не уронив книгу, дойти вот до этой лавочки, повернуться. Если упала, то все, останавливайте, дальше не идете. Нужно на последнем месте. Ну-ка, давайте скамейку немножко сдвинем. Все вместе, что ли? Нет, по одному. Да, не ну, вообще-то, кто быстрее подошел? Они запутаются между собой. По двое такое, по одному. Хоть кто-нибудь подошел. По двое, да. Подержи, устанавливай. Скользкий платок-то. Кать, платок сними, сними платок. Скользкий. Он скользкий не получится. Давай. Давай так тоже. Так, это значит команда у нас Дети Иерусалима, а это? Дети. Ясно. Кто победит, потом из них... Нет, надо Поставь внимание, марш. Быстрее. Одновременно. При развороте. На поворотах надо аккуратно. Вот тут останавливайтесь и дальше пошли, чтобы вас одновременно. На поворотах, чтобы не заносило. Начали. По команде. Пошла. Да, Василиса упала. Да, на месте. Я зашла, а потом упала. Нет, ну кто-то должен победить, еще потом встретим. Катя, Катя дошла вперед. Ладно, садись. Лена, а судьи-то есть, пускай смотрит. Исаак, не торопись. Тихо. Замерли. Не торопись. У Лазаря больше голова. Вот надо их учить. Лазарь, не торопись. Лазарь, не торопись. Тише. Шире шаг, Лазарь. Так, ну вот. Ну они еще хотят. Давайте тогда мы еще пока начальник сделаем маленький. Ну а вы тогда смотрите, там фиксируйте. То есть кому мы как-то баллы поставим. Потренируемся. Да. Жвачка есть, конфета. Еще клея бери. Иди. Вот кто головастый. Одноклассник. Он до дома донесет, не уронит. Он выдержит. Можно Соню держать руками? Соня, одной рукой придерживай. Да когда тогда Корчина дойдет? Не торопись.
Он не касается. Так, от вашей команды договор. Давай, Ира, пошли. Тяжелая артиллерия пошла. Все, бабушки идут в бой. Сначала Рилка почувствуйте, как она. Ира, ты ее открой, эту книгу, она будет. Домик будет. Никто не догадался. Марш! Люба, Люба, не торопись. Как черкишенки ходят. Все, мы выиграли. Как черкишенки. Это пастухи, а это звезда. Надо кушать с водой. Что такое? А, Лилия? Еще попробуй. Давайте вам нужно. Чтобы если уж это, то все хватило. Вот они, вот из этой команды. Торопись, старт, внимание, марш. Это ж женщина. Лия, прекрасно. Не зря они кушаны-то носят, у них талант. Пока вы будете говорить, я примерно лидирует кто? По этому конкурсу дети Иерусалима лидируют. Следующий конкурс. Значит, давайте 5 минут. За 5 минут найти как можно больше слов. Мест писания со словом радость. Не могу. Да, что-то совершенно. Как можно больше мест. Можете просто выписать. Плоды Духа Святого, радость, мир, благотерпение, благость. Но таковых нет запомнил. Ну, в разных склонениях. Только потише. Так, ну, вспоминай. Есть же Благо Духа Святого, радость, мир, долготерпение, благость. Где это? Где это? Павел, по-моему, писал. Ибо на таковых нет закона. Со словом радость. Не знаю, что она, наверное, радостью, там по-разному. Я так понимаю, что это радость. Это не помню, это надо... Семен сказал, возрадовалась. Радуйтесь и веселитесь, избавляйка ваша награда на небесах. Матфея, по-моему, люди. Иван. Радуйтесь и веселитесь, избавляйка ваша награда на небесах. Просто даже без места. А можно без места, просто цитаты? Если не надо, цитату. Просто цитату. Цитату. А, то есть вы на память знаете? Да, на память знаю, место не помню, сейчас искать, а цитату. Ну, искать-то, симфонии же нету искать. Кто разрешил вторую Библию? Все по одной. Батюшка, им еще симфонию подсуньте. Не просто могут. Я не помню, я не помню.
Батюшка. Батюшка, вы на кого работаете? Эту команду. Давай снимайте. Ну вы так про себя, батюшка. Потише, послушай. Главное, не спокойно. Так, ну, давайте еще. По-моему, хватит. Сразу соберусь. Раз, два, три. Все, остановились. Ну, давайте. Одну радость, кто две скажет, кто три. Не обязательно там уж. По всей видимости. Ну, давайте, давайте. Погромче. Погромче. Игорь, читай. От Матфея 25-21. Только погромче. Ну, если помните цитату наизусть, то просто можно места не искать, а просто... Нет, ну мы с местами же договорились. Да, все тогда готовьте заранее, чтобы... Закладки. Господин ему сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, мало ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость Господи, господина своего». Следующий кто? Пожалуйста, ясный. Так, послание апостола Павла 2 Коринфянам, 13 глава, 9 стих. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. И третье место послания к Филимону, 1 глава, 7 стих. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Все? Ну тут вот говорят, мы что... Мы находили несколько раз слова «корень радость», чтобы был радоваться, там, возрадовались. А Лена же сказала, что... Ну что, радость, всякие варианты можно. Склонение всякое. Ну да, родственники. Следующий. Филиппийцам 3:1. Радуйтесь, братья. И еще раз говорю, радуйтесь. Но я это не открыл, там слово радость есть. Так, Галатам 5:22. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Матфея 5:12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. От Луки 1:28. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. От Луки 1:47. Возрадовался дух мой. Там недословно тоже. Все? 5. Да. Дети! Ну, от Луки тоже 1:28. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. И от Луки 2:10. Я возвещаю вам великую радость. И
Филиппийцам 3:1. Радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю, радуйтесь. Тихо, ты ничего не видишь? Сильная команда. Так, значит, следующий конкурс. Вот это как будто бы у нас грибы рассыпаны. Значит, по одному человеку от команды будете закрытыми глазами. Кто больше найдет, то есть столько баллов и получит. Степа, подожди. Мы будем считать все до 10. Только вот до 10 досчитали, и все, он остановился. Ну да. А то так долго. Слух все? Да, все хором. А, вот держи ведро, и сюда будешь складывать. На полу такие палочки лежат, ты эти палочки собираешь. Ты не видишь ничего? Да, вот, все почти. Все, поставь внимание, марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре. Надо заново разбросать их. Нет, чтобы мы не команды. Вот из этой команды. Нет, по сторонам, по сторонам. Кучу не надо. Да? Подыгрывай. Нет, кучно не надо. Лена, раскидай. Слушай, иди сюда. Быстрее. На старт. Внимание. Марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Покажи жюри. Хватит, парень. Кого же он такой? Кто следующий? Чьем? Следующий. Вот, не, 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 вы вообще смотрите, вы не видели, я же не знаю, видите. Здесь, рядышком. Внимание, марш. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре. Как же команда? Да, еще. Это было неучительно. Сначала сыграл. Ну, мы в кучку-то не надо. Я маленький, кого маленький. Это сейчас пыльная. А ведро, да, ведро. Ему можно зажигать. Да ему не ведро, а пускай руками собирает. Давай на коленочки. Давай. Раз, два, три, четыре, папа, не подсказывай. Девять. Десять. Все, стоп. Все. Зрение как в ну, давайте, еще по одному хотите. Василиса, хочет пополнить. Давайте я. Молодец. Давайте что-нибудь взрослый. Мы тебя руки поймали. О, будем еще по одному участвовать. Давайте что-нибудь взрослый. Можно я взял? Давайте взрослый. Лена, пусть сопает. Нет, а кто-то что-то. Рассыпай. Давайте взрослый. Скорее. Ну, набрал. Сколько набрал? Звезда. Нет, уж тут сидишь, да? Раз, два, три, четыре, пять,
Конфетку из-за этого. Ну что, будем взрослых или нет? Молодец. Следующий конкурс капитана. Капитаны, кто у нас? Челка. Есть. Несложный конкурс. Житие мое. А что надо? Выходить, да, на ковер? Да. А с чем выходить? Ни с чем. Просто выходите четвером. Аппарат достань. Значит, по очереди называйте друг за другом по кругу слова, связанные с Рождеством. Вот все, что с Рождеством связано. Вот кто первый остается, тот не знает уже, что говорить. Значит, он последнее место занимает, четвертое, да? Потом эти трое остаются, между собой говорят. Подсказывать опять можно? Нет, все только капитаны. Ну, а связанные с Рождеством слова. Подожди. Ну, Виктор, начинай. Пастухи. Вот так. Ну, вот так. Давай, по часовой стрелке. Я первый. Пастухи. Ага, теперь Андрей. Yes. Можно с праздником Батлы. Рождество. Okay. Иосиф. Звезда. Ангелы. Мария. Ира. Елисавета. Можно не обязательно из Библии. Можно вот, что мы здесь, концерт, там все такое. То есть, Потеряевка. Не подсказывай. Пещера была? Нет. Хлев? Нет. Пещера или ты? Ну, он пещера, он хлев. Все разное будет. Хлев. Волк. Опа. Золото. Христос. Помощь команды-то можно? Свет. Свет. Младенец. Страна. В той стране. Клиент поле пастухи. Поясняю. Хор. Хор. Назарей. Слава Божия. Клиент. Дева была? Мы все верим. Нет, это не Мать родит. Радость. Иерусалим. А Иисус? Не было еще. Иисус? Был, по-моему. Не было. Нет, Иисус не было еще. Отдали. Надо было конкретно выразить. Так можно назвать сейчас время по союзу переведут. Нет, существительное. До вечера будем. Нет, ну да, существительное, чтобы никаких там не было. Нет, не снимать, можно снимать. Снимать на кнопочку нужно. А что тут нельзя? А то приближаешь можешь. Отпускай. Так, ну все, Андрей может садиться, следует продолжать, знаешь? Можешь водить, водить. Это было. Христос. И Христос, и Господь был. А? Блюда не было. Книжники, фарисеи, не знаю. Вифлеем. Тоже а потом нажимаешь? Не было. Обручение. Да? Обручение. Это просмотр. Ага, ага. Еще. Так, потом я имею в виду. Так, да?
Следующий. Ну, долго думаешь. Ты... А кто он же не назвал? Почему? А ты что? Ну, ты говоришь, ты же дочери ждал. Спасите. Ну, давай. Ты думаешь, стоишь. Так, пророк. Ну, это матерь, пророк. Потому что он сюда... Мария была. Дева была. Город Давидов был? О, что? Давида. Колено Иудина. Иерусалим. Был Иерусалим. Да что же у нас сегодня здесь-то? Вы почему ни один не назовете это слово? Рождество. Они решили избить. По-другому. Было же. Не, чтобы у нас ограничено было, а то-то нереально мы будем давить. Лена сказала, что можно. Рождество не было? Не было. Не было Рождества. Не было. Вот, все, садись. Вот, команда скандирует. Поддерживаем капитана. Тише, тише. Звезда-то была? Да. Мудрецы. Бога не было, был Спаситель, был Христос. Хор был. Хор, да, я тебе говорил, хор ангелов. Душа сердце. А вообще у нас сегодня здесь праздник. Ни один не сказал. А с этого вот в церкви была. Молодец, братан. Вот весело, там весело. Команда «Звезда». Следующее задание. Вот здесь вот в мешочке предложение из Писания, вообще место, разрезано на слоги. Вам нужно составить это предложение. Надо на чем-то было. Ну, вот на чем-то. На скамейке. На скамейке. Если буква одна, что, значит, это предлог. Ну да, доставайте. Раз, два, три, поехали. Подожди, а мы не развязали. Подождите еще, развязывайте, высыпайте потихоньку. На лавочку. Книжку набрать. Предложение. Да, предложение. Одно место из Писания. Так, все, что ли? Конечно. Что, можно собирать? Да, начинайте. Вот оно слово свое. Светильник на где мои? Чтобы зло ноги ваши подносились. Где? Номер 3, это номер самое начало, номер 3. Всякого злого слова удерживаю ноги свои. Да, удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. Все, мы закончили. Мы закончили. Все, мы закончили. Мы первые. Мы закончили. Вторые, третьи. Да. Читай, Ира. Нет места. Все.
Это вот они должны стать? У кого первый номер, вот это должно получиться. У кого второй, вот это должно. А если мама неправильно расставлена? Ну, уже буду жюри смотреть на это как. А у тебя этот секундомер-то есть как? Очки, штрафные баллы? У меня есть, да, как на самом деле должно. А что, все уже можно? Ну, сейчас они составят все? Да. Все. Значит, получается, первые составили, вторые, третьи, четвертые. Вы это учитываете, если правильно сейчас теперь. Так, ну давайте первый. Номер, подожди, номер какой? Номер первый. Номер первый. Номер второй. Команда «Звезда». От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. Угу, все правильно. Ну, они первые правильно составили. Так. Собирайте обратно. Вторые. У нас вторая. Номер два. Истоевай, душа моя, о спасении твоем, уповая на слово твое. Правильно. Вторые. Вторые, и они... У нас последние. Да, у нас последние побольше вам. Номер третий. Всех одинаково. Ну что, видите, нас слово тоже правильно. Ну, они четвертые, они последние. Пошлет слово свое, и подует ветром своим, все растает, и потекут воды. Все одинаково. Все правильно собрали, значит, зависимость тогда по количеству, то не это. А это избили? По очереди. Но они последние, и меньше всего баллов. Нет. А нет, почему? Они же в раз, они в бурге все в раз. Нет, а мы же сказали, кто первый, нет, кто вторые. Нет, я засекла, они сказали, мы первые сделали, да. Потом они сказали, мы вторые, потом они третьи, а эти еще собирали. Ну, в раз они все будут. Не подыгрывайте, Анатолий Кузьмич, будьте... В одно время дали задание, в одно время мы начали. Мы закончили первые, это команда вторая, эти третьи, а те последние. Прошу написать, да, такого. Анатолий Кузьмич, дочь свою защищает взять. А в Божьем было, кто был первым, будет последний. Давайте это в конце. Когда... Значит, смотрите, сейчас вам дам листочки. Тут написано, нужно отгадать имя. Про каждое имя три предложения. Черт. Нужно угадать имя. Ну, библейский персонаж. Библейский персонаж. Про каждое этого персонажа три предложения. Вот, читайте. Понятно. Первое, второе, то третье. То есть три подсказки на одно имя. Имя. Потом опять три предложения, второе имя. И вот нужно три персонажа каждой команде отгадать. То есть три имени. Я склеила, можете разорвать, чтобы вам... Лена, три имени надо сказать, сейчас, да? Сейчас, подождите, я скажу. Ну, начинайте. Давайте мы не на время. На время. Вот. Можно разорвать. Можно разорвать их. Это мой муж. Это тот, кто... Его звали... Вы все, все, вы все, всех трех уже? Да. Да. Хорошо. И самый легкий поволок. Ну, я старалась, чтобы... У нас тут вообще... Как бы... Сильно там не смотрела, как бы... Он пришел, и я ему так сказал, что ты так... Все, мы вторые закончили. Нет, вторые. Мы третьи. Короче, надо порядок. Что, сложно оказалось? Ну вы отгадывайте, а мы будем говорить. Нет, ну чтобы все послушали, что и всем интересно какая. Может быть, давайте посмотрим, может правда по сложности я не так там что-то распределила, не знаю. Жарко стало. Азарт достиг критики. Критической точки жарко стало. Давайте подождите, мы же еще не говорили слова. А мы давайте попробуем так. Дайте ваши карточки.
Одну там из этой. Ну вы не подписывали же? Нет. А вы подписали ваши? А вы подписали, да. Ну зачеркнуть можно? А что, не видно было? Ну я хочу им дать. Чтобы для сравнения. А то они говорят, что он уже... А у нас там он чистый, Лен. Может, у вас лежит. А, ну давайте вот эти. А вы попробуйте вот эти. А что они отгадают, они знают все. Позволят. Нет, ну может действительно вам сложно. Напрямь. Ну, я не считала даже, нарезала и все. Мигала. Вороны приносили мне его. Илья. Я был рабом Авраама, скручен. Это легкое. Сейчас посмотрим. Слуга его. Ладно, тогда. Елизер. Нет, просто мы. Мы отгадали. Всех внизу. Первая команда Андрея. Давайте называем из головы. Мы только можем. Там с номером у вас, чтобы я знала, куда смотреть. На что? Или нет? Нет. А, ну читайте, ладно. Так, кто первый? Только читает? Вы читайте прям предложение. Кто первый закончил? Я был самым сильным воином у филистимлян. Никто не решался со мной сразиться. Один юноша сразил меня камнем из прощеголя. Арнольд Шварценеггер. Бог спас меня и мою семью от большой опасности. У меня трое сыновей, мы строили большой корабль. Во время поиска осла я был помазан в цари. Давид пришел ко мне во дворец, я преследовал Давида. Саул. Ну все правильно. Так, вторая команда вот эта. Почему? Да, закончили. Не-не-не, мы третьи. Мы третьи. Мы сказали, мы вторые, они уже да. Вторые были. У меня две сестры. Иисус часто приходил к нам, и Иисус заслонил меня из мертвых. Лазарь. Я был очень молод, когда услышал об Иисусе Христе. Мои мама и бабушка были верующими. Я был соработником Павла, и он написал мне два письма. Тимофей. Мое имя означает «Серна». Я жил в Эфиопии и делала одежды для бедных. Петр в силу Христа воскресил меня из мертвых. Тавифа. Все правильно. Так, третье. Так, а где первый листочек-то наш тройной? Мы-то отдали. Там надо. Или с этого надо начать, второго. Нет, ну дайте еще давай. Ну ладно, что? Давайте садите. Я был рабом Авраама. Он поручил мне выполнить особое задание. Я привел Ревеку к его сыну Исааку. Это Елиазар, точнее. Так. Вороны поносили мне еду. Я призвал весь Израиль к принятию решения. На горе Кармил я уничтожил всех служителей Ваала, Илья. И третье. Я жил в Уре Халдейском. Вместе с семьей я отправился в Харан. Авраам мой сын. Фара, отец Авраама. Ну ладно, что-то пускай это вам будет, а это ваши. Давайте читайте. Вы это учтите, пожалуйста, нам. Зачтите нам. В преклонном возрасте у меня родился сын. Он готовил путь к Господу. Мой муж был некоторое время нем. Это Елизавета, получается, с Захарией. Да, Елизавета. Значит, я жила на стене одного важного города. Я укрыла двоих израильских соглядатаев. Во время разрушения Иерихона мои родственники спаслись. Это Раав. Блудница. Да. Я был предводителем в армии Давида. Царь Давид отправил меня на войну, чтобы меня там убили. Мою жену звали Версавия. Это Урия Хитьянин. Ну все, теперь последний конкурс, песня. И будем подсчитывать баллы. Песня. То есть... А можно аккомпанемент? Ну, в три голоса можно? В четыре. Ну, споете там. В общем, давайте. Или уже есть готово, начинаем? Да. А еще есть... Мы споем. Ну что, мы можем спеть? Это, Леш, поснимай, а. Давай. Один от команды? Все вместе. Все вместе? Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Конечно, мне кажется, уже все подготовлено, знаешь, что рождественская песня, тоже чудо. Овечки коровки называются. Потеряют где-то. Тише, тише. Овечки коровки, склоня свои головки, приятно удивились,
что гости к ним явились, они совсем не знали, не знали, не знали, кого в себе приняли, приняли. Иисус Христос родился, и в нищете родился. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого в себе приняли, приняли. Иисус Христос явился и в нищете родился. Вдруг ангелы запели и в яслях колыбели. Уснул Христос младенец на ароматном сене. Пою я, ликуя, 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 Иисусу аллилуйя, аллилуйя. Что Он рожден в пещере и спас меня по вере. Пою я, ликуя, 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 Иисусу аллилуйя, аллилуйя. Что Он рожден в пещере и спас меня по вере. Мы еще можем, если надо. Нет, хватит. Хотим очки дополнить. Кому желательно? Ну, как захотите. Как захотите. Так, жюри поведите. Куда свернулся? Это Елена Анатольевна, возьми. Не потерял. Давайте слова, подарки. Погромче, пожалуйста. Это чудо воплощения. Хвалите Христа, ликуется земля. Он радость принес, Он радость принес, рожден Господь Христос. Аллилуйя! Мы славим Тебя, мы славим Тебя, рожденного Царя. Хвалите, хвалите Христа. И узнали все. Так, третий кто? Ну, кто еще готов? Ну, кто готов? Давайте. Можно мы паузу, пока там пауза, мы еще, музыкальная пауза. После чего еще много будет песен, да? Так что да. Вы берегите. Энтузиазм, да, у нас три тетрадки до утра. Только вот кабель короткий. Не надо это снимать, чтобы это прижилось. Ты не туда пойдешь, вот в этом углу будет все. Там окно открыли. Ничего. Сейчас это... Тебе туда перекинуть? Да не надо. Не надо, я сейчас втыкаюсь. Ну, куда? Вот здесь это открывает. Да. На лошадке сладко едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Скользкая дорога, колокол звенит, о Христе рожденном миру говорит. Рождество, Рождество, это торжество, сердце звучит сладкая весть, всюду, где мы есть. Рождество, Рождество, это торжество, сердце радостно поет, потому что рожди здесь. А написано вот так. Успела написать. У нас много вариантов. У нас это экспромт. Да. Все экспромтом. На ходу сочиняю. Последний конкурс. Читают баллы и объявят, есть конкурсы, чтобы вы знали. Все знают. Конечно, нет. Сейчас. Ира, вы такой, что все знали. Тогда мы вас выучим. Сейчас только видим. Здесь есть там кабинет. Дайте корни.
начинается. Вот, вот это вот, давай. Рождество. Это зназдник света. Это хвенье большой любви. Рождество это просто любви. Это праздник для каждой семьи. Рождество это воля Бога. Это новая небесная звезда. Жизнь вечная прямая дорога. Это свет и живая вода. Всем крестики. Нам два, мы всех поддержим. Им одну четвертую от крестика. Голосовать будем. Голосование произошло. Как звезда. Звезда. Кто? Последняя там все. Значит, вам 20 баллов. 29. Это много или мало? 29 баллов, и мы прибавили 20. То есть 49. Аллилуйя. А это сначала вам испуг, а потом радость. Так. Так. 24. Балла и плюс 20. 44. 44. Так, пастухи. 23. И плюс 20. 43. 43. Дети Иерусалима. 22. Плюс 20. 42. Всегда впереди. Так что, пастухи, вы радуйтесь, что вам хоть помогли. Значит, это приз команде «Звезда». Тут всем раз, да, подписано прям. Там ничего. Сейчас пойдем делить. Это приз вашей команде. Тоже там вытащите, распределили на чек. Так, это приз команды. А им и делить не надо, все в один дом. Там подписано. Так, это вам. Команда у нас не слабая команда. Азарт, батюшка, закал, волнение, переживания, поймать тут. Участвуйте с нами. Да, команда «Звезда». Как только разогрелись. Только разогрелись. Да хочу, они участвуют. Подарки. Студию подарки. Подарки в студию. Вот тут еще я положила.
было так вот для просто Ну, у вас есть что-нибудь? Фарнитура. Ушные палочки. Чиники. Мы раздаем подарки, там это сверочек. Так. Маленькие сначала подходят. Маруша, а еще можешь что-то расскажи погромче. У меня тоже лучше. Держи. Держи. Драхма. Название предмета. Предмет по-другому называется. А это его название. Вот дырочка от бублика. Как вас называется? Динарий. Демократия. Предмет нормальный. А это название. Много денег. Фильтр для раковины.
Так, Анатолий Павлович, вы что, вот вы как хотите? Так, дети, давайте поедете. Сейчас уже.